Всем привет, дорогие друзья, с вами Винсман, и сегодня я проведу обзор на аккаунт своего подписчика в Call of Duty Mobile, и его на ютубе ник QWERTYPLAY, но здесь его зовут Ghost092. Вот, все-таки будет у нас на канале такая новая рубрика, я уже снял один первый видос про обзор, это был моего модератора аккаунт, вот, модератора на ютубе. Тень за Дарк, ну и вот продолжаем снимать такие видосики. Вот, ну а перед началом буду рад твоему царскому лайку и подписке на канал, если ты еще не подписан. Для тебя это секунда дела, но мне будет очень приятно. Ну давайте приступать, собственно, к видео. Это обычный аккаунт, тут в принципе ничего нет донатного, вообще ничего. Это чистый аккаунт, который был накоплен силами самого человека. Вот. Ну в принципе как и мой, я тоже не донатил, вот, и сам все покупал из бесплатного магазина, но за валюту цешку. Вот, не за цепи, а за це. Вот. Ну он тоже тут покупал за це, батл пасс до сотого уровня докачивал. Вот у него полярное сияние есть, которое за сотый в прошлом сезоне давалось. Вот, есть и черное золото. Вот, короче, давайте сейчас посмотрим, что тут за оружки есть. Сейчас все редкие идут. Тут метеоры тоже в бесплатном магазине сейчас продаются. Также вот лунный Новый год купил, да, чувак? Снежинки, это за прошлый сезон в рейтинге давали. Кстати, вот это я не покупал, потому что, ну, обычно я такой винтовкой не пользуюсь, она мне не очень. Так, пошли потом вот такие оружечки. Так, что тут у нас еще есть? Так, ну, много таких оружек. И обычные пошли, да? Ну, молодец, чувак, накопил тут прям достаточно так. У него тут вообще прям много вот этих редких. Даже эпическая есть. Далее, что здесь у нас? Здесь он купил МВ-11 Мардегра, который я еще не купил. Не знаю почему, но не купил, короче. Вот, что тут еще есть? Так, скин на вот эту РПГшку. Так, СМРС. Так, ну, понятненько, тут обычно. Так, а что тут у нас по навыкам? По навыкам тут все есть. Ули еще не добавили. Вот, ну скоро добавят, я думаю. Так, а что тут по гранаткам? О, по гранаткам вот эта золотая, прикольно. Так, и то же самое, в принципе, что и у меня здесь. А что тут за скины есть, кстати? О, подожди, а как он вот этого получил? Кстати, у него надо спросить, как он этого чувака получил. А что-то я не дотяпал, как его получить-то. Я просто видел, что у некоторых он есть, а что-то я не помню, чтобы событие там на него было или что. Давайте, короче, его оденем, потому что я хочу за него побегать. Так, какой тут его? Так, вот это может. О, смотри, как сочетается, прям вообще ма. Ты какой чувак хороший. Так, а что тут у нас еще за события новые добавили? Смотрите, сколько событий разных. Давайте ему так все получим. Дальше, лунный праздник. А, вот, походу, его дают, да, здесь? Поле боя. Это его здесь дают, да, или не здесь? Что-то я не понял. Наверное, вот в этом событии его как раз дают теперь, да? А где тут обмен, не понял? Подожди, обмен должен быть. А, вот обмен. Да, его дают в этом событии. Все, теперь я понял, как его получить. И всего лишь нужно 16 вот этих предметов. Ну, короче, я его сам скоро получу. Давайте с ним побегаем. Так, какую порушку нам взять бы? Так, наверное, в рейтинговый давайте. А, у него пятый ветеран, да? Ну, давайте будем пытаться ему подтянуть рейтинг. На, с какой бы тут оружечкой побегать? С какой бы тут побегать бы оружкой? Давайте, короче, с ICR вот этой побегаем. Так, что тут у нас за обвесы? Так, обвесы... так, пусть вот это стоит.
Так, и надо сейчас чекнуть, что у нас. Так, вот это я не люблю здесь пистолет ставить. Не люблю вообще. Так, тут у нас... Тут у нас, давай, мину. Так, здесь, а. Здесь, а вот это обязательно ставим. Так, по перкам. По перкам у тебя... Так, стойкость, проныра, прыть. Пусть будет прыть. Далее, здесь бы я поставил, наверное, вот это. И бесшумную мертвую тишину бы поставил. Так, ну все, в принципе, мы его экипировали. Так, давайте посмотрим, что там у нас по раскладке. Да, ух, нихера себе раскладка. Пацаны, ну, конечно, я менять не хочу. Не, я менять не буду, потому что тут раскладка, как он играет все-таки. Вот, нехорошо будет чужую раскладку портить. Давайте с такой раскладкой попробуем поиграть. Реально, это будет такой типа челлендж. С раскладкой других людей играть. Это со своей привык уже. Со своей топовой раскладочкой. Так, ветеранчик, у нас превосходство. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, да превосходство. Domination. Так, может чуть погромче сделать в натуре. Во. Ты что-то вообще... Ух, ебать, а что такое? Это что такое джойстик маленький? Ехать. Ой, ебать. Ебать, он маленький, блядь. Подожди, я просто охренел, если честно. Это прям вообще. Так, вот это сейчас было плохо. В смысле, ебать, ух ты, ёпта. Ай-яй-яй. Что-то сейчас вот не понял. У него кнопка... Кнопка этого... Ножа внизу вообще было. А, это чтоб тебя. Блин, вот это на Б сейчас там собрание по полной. Так, я, короче, пошел их контрить там. Не знаю, зачем я тут кинул. Блин, раскладка, конечно. Ну ладно. Не, ну ты вообще смотри, как ты это сделал. Смотри, смотри. Хера ты, бро. Хера ты, бро. Reloading. Не, ну вы, братья, что-то вообще мы сейчас проебаем. Не, ну вы, братики, вообще молодцы тут. Я 4 килла сделал. Давайте я на Б сейчас иду. Блин, ну проигрываем. Конечно, и ICR этот, блин. Ай, тихо-тихо-тихо, ай. Короче, сейчас я буду брать эту. А что у него там за комплекты были бы? Ну, блин, да, ясненько. Проигрываем. Вот почему я не беру винтовки никогда в рейтингах. Потому что винтовки — это дичь полнейшая. Как бы это все вот это их, блядь, сейчас вздрючить бы. Ну почему, а? Ну почему, а? Ты не убиваешь твою мать. Пиздец, у него урон херовый, блядь. Просто, блядь. Охренеть. Урона такого еще не видел в жопе, блин.
блядь, стреляет и не может убить никого, твою мать. Блин, ка... Ой, охереть, комплект я взял. Похуй. Может, так и лучше будет в натуре. Давай, дробаш бери. Дробашик бери, блядь. Тихо, тихо, то, тихо, то. Тихо, бро. А чё мы Б не захватываем, мать его? Давайте Б захватывать, ё-моё. Что-то было. Почему дробилку не раскрывается этот прицел? Не, мы, ну мы тут только рейтинг испортим, чуваку. Давай, Си, блин. Good work. Так, ну. Ой, losing B, ебать. Heads up. Enemy UAV spotted. Friendly Molotov out. Ну, снова вальну, блин. Требовиком бьяю, блядь. Пипец. Пипец, братики. Что в смысле? Фух. Граната его грохнул. Лузин Б. Так, надо А, наверное. Так, и кто это меня? О, давай с геном зомби побегаем. Я отвечаю. Losing B. Losing Bravo. We're capturing Alpha. We're capturing A. We lost Bravo. We're capturing B. Reloading. Pick it up, team. Be advised. Hostile hunter killer drone inbound. We captured Bravo. UAV online. Тихо, 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 тихо. Кто там на С пошел, не понял. Taking off it. О, ну все, вообще. Забыс. Леди Гага, блин. Капец там жесть была на Б. Ну прикольно. Ну раскладка не по мне. Это вообще не по мне никак. В принципе, нормально. Только палец загинать надо, пипец как. Так, ГОСТ. О, на втором месте. Ничего себе ты ГОСТ. Да-да-да, два пальца.
41, вот смотри. Или ту первую тебе чувак набили. На изи. Так, сука, 13 кило, ничего себе, 25 кило там чел сделал. Нифига себе ты чел. Так, метеоры давай поменяем. А давай-ка возьмем-ка типчик. А что там еще кроме типчика можно взять? А ничего кроме типчика ты не возьмешь. Так что давай, тут самого ставим. Так, тут-то. А, тут-то так стоит уже. А, тут развертывание не стоит, твоя дивизия. Так, это мы, наверное, нафиг вот так. О! Так, ага, его не взял. Давай, выбираем мы его и идем в ретенг. Королевская битва. Не, чувак. Не, чувак, потом. У нас тут запись идет. Вы все на YouTube попадете, чуваки. Вот вы все, кто вы, вот сейчас вы здесь, вы все в YouTube попадете, понимаете? Так что давайте, не опозорьтесь, пожалуйста. Чтоб не казаться лохами такими. О, покемон тут с нами. Димон Максимус. Громил, смотри, прям все челики. И в нашем складу какой-то еще из этой. Профи уже. Пиздец. Так. Подожди, а что тут у нас с чувствительностью? Я, если что, только чувствительность поменяю, да и все. А, его у тебя 99. Хрена себе. Давай пусть 100 будет. Тут 170. Тут 130. Ага. Ты заметил, что-то снайперов много в этих катках. Алло. Там снупер. Тихо, лежать, блядь. Да тихо ты. Так, сейчас смотрим, чтобы тут мины не было. А, вообще дебил, блядь. Обычно мину, блин, ставят, а этот не поставил. А, тут дрончик вот этот. Ай-яй-яй, братик, что ты делаешь? Что ты делаешь, братик? Не, ну ты заколебал, а что он не прыгает, не приседает, ни хера этот чилик. Откуда? А, все понял. Понял, ты смотри какой умный. Блин, вот это я вообще не пойму, нажимаю на ту кнопку, блядь. И веселье продолжается. Да чего ты там рашишь? Что же с типа, блин? Батом двоих рашнули. Не, ну ты заебал, чел. А, ну мы все, ну выиграли 30 очков. Капец. Снайперы, да смотри, что-то снайперов очень много. Прям. Вообще жопа. Жопка. Давайте на C, ёж-мо-ёж.
Тихо. Не, ну ты, вот я, а ну где ты? Нихера ты, братик. Не, ну вы дебилы, блядь, на С там был. Не, ну я их не видел, алло, вот. Ой, ебать. Нихера ты, брат. Даешь на нашей базе, слышь? И Б уже захватывает, капец. Да идите, ебать. Кто там убил? Не убили их. Не убили их. Капец. Просто в рейтинг играешь, а их пикиваешь просто. От всего, ебать. Не, это шмара меня уже заманала. Это шмара уже меня заманала, капец как. Ой, там уже... Тихо, тихо, блин, яростные. Это сентриган уничтожьте, да, вообще. Там А захватывает, капец. Не, ну ты, братик, вообще. Лежать, шмара. Ай, блин, я все забыл, я под свою раскладку ебашу. О, летит ракетка. Так, сейчас... Сейчас еще куда-то надо кинуть. Так, вот, минус. Все. Ты что? Еще на изи. 150 и 72. Ма. Гостик. А, так это я последний килл делал. Нифига себе, смотри. На! Прописал банчик. Отпиранчик. Так, друзья, наверное, мы на этом закончим, потому что, в принципе, там оружие обычное. Вот, немного рейтинга добавили чуваку. До элиты докачали его. Вот, было интересно, конечно, в рейтинг играть. Вот, особенно с такой раскладкой. Это для меня такое, знаете, новое. Новое, потому что с такой раскладкой не играл. Было интересно так поиграть. Блин, в принципе, вот у каждого разная раскладка, и поиграть хочется прям за каждую, чтобы понять, как это. Как это играть, как тот человек играет, например. Так, ну давайте пособираем тогда плюшки вот эти все ему. Так, вот получаем. Да-да-да. Кейсики. Так, и давайте в сезоне 3 тут тоже награды пособираем. А, он даже в сезон 3 не заходил ни разу. Как так? Как так, чувачок? Как ты так? Тут... А, тут... А, чё? А, всё, понял, короче. Это у меня просто. Это типа я с нового аккаунта зашел. Давайте, что здесь у нас? О, награда за рейтинг. Пометить как прочитанная. Так, удалить все это. Так, молодец. Все, в принципе, да? Ну, друзья, он сам добавит, если надо. Будем на этом заканчивать. С вами был Винсман и обзор аккаунта QWERTY Play. Подписываемся на канал, кто не подписан, ставим лайки, буду благодарен вам от души. Также заходите в описание под видео, там вы найдете ссылки в ВК, паблик, ВК, Инстаграм, также сервер Дискорд, присоединяемся, буду от души вам благодарен. Всем желаю удачи и всем пока-пока.